Первое. Говорящая чихуахуа Софи. Если даб не заплатят 5 штук баксов, ты никогда не вернешься домой. Ну ладно, ладно, никто меня не похищал. Это канал «Первый говорящий чихуахуа Софи». Это мой брат Эйвон, он любит гладильки. И сегодня я расскажу, как мы жили у американцев. Те, конечно, кто следит за моей группой, в курсе, что пока хозяева ездили по делам в другую страну, мы жили у настоящих американцев из штата Калифорния. Сначала, конечно, нам не очень хотелось уезжать, было грустно, и нас не хотели никому отдавать. Но, к сожалению, поехать вместе мы не могли. Поэтому для нас с Эйвоном нашли самые лучшие руки. И если сначала я грустила, и Эйвон тоже, то потом мы поняли, что это как летние каникулы у бабули. Никаких дрессировок и настоящая халява. Делай, что хочешь. Ну вот и все, собрали мы все свои вещички и поехали. Эх, расстаемся с домом. Тогда мы еще не знали, что у нас будут клевые каникулы. Мама куда-то едет, я приспосабливаюсь к новой бабулиной обстановке. А кое-кто приспосабливается ко мне. А Эйвон, похоже, уже приспособился. Ой, черт, она меня заметила, Софи! Эйвон, по-моему, тебя уже все заметили. Что ж, ребята, теперь будьте хорошими. Ну что, договорились? Это Тинки. Отличный кот. Это скажи привет. Ну что скажешь? Тинки не очень-то рад, потому что они гоняли тебя, я знаю. Привет, кот! Привет, кот! Мы хотим познакомиться! Отвалите! Привет, чувак, ты чё такой рыжий? Эй, чувак, пошли вы! Чё ты чё вообще сказал? Все хорошо, все окей, Тинки. Скиф хочет, чтобы его подняли. Да, он защищает Тинки. Не трогай его. Он не рад вообще сейчас. Что-то не очень все хорошо выглядит в его глазах. Да, я знаю, они гоняли его. Не гоняйте больше котика, окей? Просто оставьте котика одного. 1-0, шавка. Скипи, ну скажи, мы же не трогали кота, объясни, Don't Скип. Don't understand you, girl. Ну ладно, ладно. Dear Скипи, tell them please. Да куда ты, блин, пошла? Тихий городок Саванакер, ничего тут нет. София, давай бегать по кругу, раз, два, три. Не понял? Чебуречки. Чё-то неудобно пить из ведра. Чё ведро-то поставили? Я чё, лошадь, что ли? Ну как подобраться-то к нему? Дурацкое ведро. Чёрное ведро. Вот так гораздо лучше. Спасибо, мои дорогие. А вот так, так, вот так, вот так, вот так, вот так вообще хорошо. А, красота-то какая. Блин, ванную-то я дома забыла. Ну ладно, можно так частями полежать. Вот так вот сначала лапками постепенно. В Лаосе на каждом углу вот такие вот багетики. Еще Лаос можно узнать по вот таким вот урнам. Вот еще как можно узнать Лаос. Вот в такой вот деревянной развалюшке. Эй, эй, бабуль, I need ванна, water, понимаешь? Блин, говорили мне учи язык. That's dangerous. Да какой dangerous? Как же сказать ванна-то? Yeah, she could drown in that for sure. Так, надо попробовать узнать у Скипи. Скипи, а как будет на английском ванна? Pool. Я знала, что ты меня понимаешь. Yes, my dear. Блин, вот Скипи обманщица. Я же знала, pool — это бассейн. Ребят, я имела в виду что-то поменьше. Bathtub.
Хорошо, что я вспомнила это слово. Вот сейчас отлично просто. Вообще, спасибо. Thank you very much. Thank you very much. У меня в Саванакете случилась жуткая аллергия просто на все лицо. Круто, мы отдыхаем, Софи, да? Ой, это только мухи надоели. Говорила, иди купаться в бастеп. Блин. В общем, отличные у нас получились каникулы. Да-да-да-да-да. Смотри, Софи, там вкусняшку дают. Бабушкина зона барбекю и всякие посадки, как положено. Эй, дядька с веником. Няй-няй-няй. Няй-няй-няй, что это значит? Приеду домой, буду маму просить меня учить английскому. Dream of Californication. Dream of Californication. Psychic spice from China, try to steal your mind's elation. Little girls from Sweden, dream of silver screen quotation. Эйвен, поделись едой-то. Нет, Софи, у тебя своя есть. Ой, жадный-то какой у меня брат, ужас какой. У тебя есть своя, даже не намеревайся. Ой, нашла свою еду. Как вкусно. Все, конечно, весело, но что-то я уж по дому заскучала. В гостях хорошо, а дома лучше. С вами была первая говорящая чихуахуа Софи. И мы обязательно рассказывайте свои впечатления от лета в комментариях. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Вступайте в мою группу ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока. And if you want this kind of dreams, it's Californication. It's the age of the mountain door of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it settles in my location. It's understood that Hollywood's a Californication.